Давайте приступим. Для этого берем ледобур, снимаем ручку, она нам больше не понадобится. Замеряем размер, какой у нас здесь 27,5. Мы можем взять вот такой вот профиль, квадрат. Видим. Двадцать семь внутренняя, то есть подойдет. Отрезаем вот эти части. Сравняем. Краску сверху, под сварку готовим. Отрезал хвостовик от сверла. Я закреплю уже
шамарно. Прикручиваем снизу гайку. Смотрим ровно. И теперь здесь надо прихватить. Электроды вот из такой трубы. Здесь удобно хранить и не отсыревает электроды.
Так, ну вот сварка закончена. Обварили, сейчас маленько зачистим. Стопроцентный провар. Дальше можно покрасить. Ну и под финал проверка. Берем наш легионный шуруповерт. И как бы финальная точка, вишенка на торт, это вот такая вот площадка. Ее обязательно надо ставить, мало ли что, из патрона выскочит, и ледобур вы потеряете в лунке. Поэтому надо поставить вот такую защиту от угона. Вот таким образом. Если даже у вас из патрона выскочит, то не уйдет под воду. То есть вот эта ширина чуть больше диаметра лунки. Все, вот это готово уже изделие. Можно уже на лед идти. Брать шуруповерт, брать вот такой ледобур, уже без ручки, и сверлить. Значит, завтра я наточу ножи и пойдем на лед, я покажу, как прекрасно сверлят. Ну, вот такая получилась связочка. Ледобур у меня сотка, по-моему, 110-й. И шуруповерт Makita BDF 458. 80 ньютон на метр. Вот завтра вот этим комплектом пойду сверлить лед. Толщина льда сейчас где-то примерно около метра. Так что, если кому-то интересно, продолжение будет, подписывайтесь. Вот так все и получилось. Вот, кажется, и все. Спасибо за внимание. Всем пока. Покажу, вот как у меня литионный ледоруб работает, пробурю 5 лунок на показ. Ну что, засекаем время. Насколько тут, правда, коряжник. Вот такие есть чуни у меня. Если кому интересно, есть ссылка в описании. Перейдете, посмотрите. Берем литий-ионный аккумулятор. Вставляем кармашек. Подключаем. Все. Здесь выключатель. Включили, пошел подогрев. С простым носком очень тепло, и на всю рыбалку хватит аккумулятора.
Ну давайте пятую лунку. Здесь вот бревно на дне, я знаю. Где-то вот где сумка стоит, тут бревно. Поехали. Смотрим, аккумулятор полный. Вот, все три индикатора горят. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ну вот, кажется, все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Переходите на главную страницу. У меня около сотни уже видео загружено. Выберите, еще что-нибудь посмотрите. Это был Майер. Всем пока.